Это первоначальная постановка на воинский учет лиц 17-летнего возраста. Мы формируем здесь личные дела и отправляем в военный комиссариат, город Темрюка, Темрюкского и Анапского района, город Анапа. Также мы осуществляем постановку на воинский учет лиц, пребывающих в запасе, офицеров запаса, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин и снятие с воинского учета. Ну, также осуществляем обеспечение и исполнение граждан воинской обязанности согласно закону об обороне, мобилизационной, закону о мобилизации и закону о воинской обязанности военной службы. Всего в новой организации работают порядка 30 человек, 16 из них в сельских округах. Разработка мер по усовершенствованию работы военно-учетного стола продолжается. Рассматриваются варианты приема здесь призывной комиссии. Пока же ее прохождение обеспечивает военный комиссариат в Темрюке. Он сейчас обслуживает два района. Военно-учетный стол располагается по адресу Ленина, 177.